Девятнадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, между действующим чемпионом мира Александром Александровичем Алайхиным и претендентом Максом Эви, 14 ноября 1935 года, матч проходил в различных городах Нидерландов. Нидерландский шахматист Макс Эйви сдался на 57-м ходу партии. Фотография, Александра Алехин и Макс Эйви за партией, во время матча на первенство мира 1935 -го года.